в момент курения больше поражаются артерии нижних конечностей, вообще артерий всего человеческого организма. Поэтому курить очень вредно, так как это может привести к развитию и к провоцированию такого заболевания, как облитерирующий атеросклероз. Кровь не поступает к органам и системам, что провоцирует развитие трофических нарушений вплоть до ампутации конечности. Мои пациенты часто спрашивают, может ли курение провоцировать варикоз. Особо статистических подтвержденных данных влияния курения на варикоз нет, так как все-таки смолы, они откладываются на стенках сосудов, а именно артерий. На вены в этом случае курение никак не влияет.